поставить с той стороны. Вот он где стоит, и мимо и там поставить. Тут холм издалека видно было. Давай, заезжай туда. Тут вот есть водинка такая. Вон она как. Команда. Так все просто. Можешь выскочить. Можно прямо между столбами так, проехать. Может, чисто. Выйти, да, чтобы было это легче машина. Нормально. Скажи ему, чтобы я. Там задрали попу ей. Ушел. Нет. Вон, смотри, крутят как. Вон туда. Палку надо. Так, никуда. Потом дальше поедем туда молиться. Хорошо. Ну все. И машина отлично. А, ну да. Я тут положил. Там заминировано маленько. Лопаты не брали? Мы ничего не брали. Мы даже не заезжали. У него в машине лопаты. Под руками-то за столько полезли. Игнат Тихонович, я это оставил там. Я думал, там будет это. Так, отойдите, пропустите машину, братья. Тут мы лагерь обедал, когда комарёв заезжал. Ну тогда вернусь сейчас. Пропустите. Можно здесь. Тогда вернусь сейчас это за... Осторожней. Надо уже все так. Да, тенечка тут. Ну я-то думал, это там, где... А к тому вы тоже без рукавов тоже. Я принес туда специальную эту. Отсюда свежки надо будет, там стол. Стол. Брат, а что машину-то не помоешь? Что убрать их от чумички? Машину-то что не помоешь? Это в нашу программу не прописано. Мы столько говорили про это. Это все в мирской. Мы их полчаса сейчас. Не прописывай нашу программу. Подожди. Брат Николай, ты что машину-то не моешь? Грязная, как не знаю, что. Ну так уж и грязная. Ведро взял и ведра хватит. Так, палатки давайте сюда, палатки. У меня давно грязи нету. Вот здесь палатки. Палатки везите, Володя. А мы что здесь будем спать? Нет. Здесь будет трапеза вообще. А вы это что-то сгорели? Вам не помогают кепки, да? Ну, кепки это тоже, не да, очень да, помогают. Да. Потому что на прудах. Вот. Да для особо нечего. Там промазывали, когда было чем. А особо так это, ничего с собой не брали. Какой 14. А день недели? Пятница. Пятница 14. Сегодня был экзамен, да? Для тех, кто оглашен. Кто крестит. Комиссия была. Чего машина грязная? Ты не говоришь, что не за того. Это машина. Володя, брат, там нету. Грязи там нет. Вымоется это поляшка. Аллилуйя. Еда. Тем более она сейчас тут даже поет. Кабинки есть, нет? Брат, давай, чтобы... Палатки есть, вон где. Что, сейчас ставим, Володя? У вас же там есть. Да-да. Давайте, брат, что-нибудь. Три. Оно съедобное все. Игнатий Ильич, вот это сюда? Игнатий Ильич? Нет, дальше туда. Да. Вот это, Володя, сейчас уберет. Палатку туда натянет. Корову-то заходили и оставили память. Вот она где. Удобрение. Я помидор. Это надо... Это пироги. Я выложу лопатки из грязи. Зря выложу. Это лучше. Вон Диора там ходит. Еще лавы. Заранее не пришли. Было хорошо. А кто пригонял, кто там завтра. Сегодня? Мы вчера его включали. А я, говорит, не с вами. Что ж ты знал? А одну чашечку? Повредишься, а то обломывается.
Православный пикник. Ты что, стало? Никого сейчас будет отчал, меня на целое распорол. Костя приехал, сбанул, забрал ее отец. Не вез больницу. Когда было? Да давно, уже еще лагерь. Лагерь еще был. Вот это вот маленькая смазка. Да. Лопухи вот эти. Может, тоже ложись? Вы подносите сюда, подносите. Все, выезд. Вот они, женщины, сказали, что же. Нет, еще ложка там. Так, давайте на молитву. Коронина. На молитву! На молитву! На молитву. Ой, да с утра дни там лепешки. Ой, я на лепешку вляпал. Пап, я в лепешку вляпал. Пап, я в лепешку вляпал. Где это там? Пищу, но благоволение. Отвергаешься ты щедро руку твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Благодарю Тебя, Господи, за те прошедшие годы здесь. Сколько лет Ты хранил нас и защищал от видимых и невидимых врагов. Тысячи детей побывали здесь по Твоему милосердию. Нападки властей Ты укротил и защитил нас. О, великий и дивный Господь наш Бог и Иегова. Прибудь с нами здесь, и мы собираемся для памяти, чтобы прославить Тебя, Христе Божий. Ибо когда нас здесь заедали насекомые, мы выходили на ветер и здесь в тишине проводили время. Это наш бывший лагерь, и Ты нас хранил, Христе Боже наш, в этом оазисе красоты и терпения. Власти нападали нас, тучи ушли, и Ты все разогнал. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Вот это детский лагерь, потом посмотрите, теперь это музей. Комплекс музея для бедных лагерей. Как без помощи государства можно что-то делать? Я думаю, ни у кого не было столько гонений, как у нас. Это православный лагерь в советское время, он единственный был на весь Советский Союз. Мы не смотрели, деревню уничтожили, мы в первый же год стали приезжать сюда. Вначале мы двигались с места на место, где нас гоняли. А потом назвали стан, зарегистрировали в краевом отделе юстиции. Избрали действующий состав. Архиерей благословил, выдал грамоту. Памятным днем, как бы каждый год, 2 августа, день пророка Илии. 15 комиссий было государственных, которые нас вытряхали отсюда. И они ничего не могли сделать. А почему? Ну, у них же вся власть. Господь не позволил. Они, главное, нажимали это санэпидемстанция, тогда это Роспотребнадзор. Они крушили буквально все. Есть колодец, а он не такой. Мы сделали большой колодец там, выкопали. Дальше дренаж, камни, галька, песок крупнозернистый. И закрышка такая, что закрывает вниз. Мы боялись что-нибудь спрыснуть туда. Ну, неверующие люди. И главное, вот как говорят, вот то-то с евреями, там евреи, то другое. И приезжает еврей сюда. Я его называю по национальности, Шойхет Яков Нахманович, зам главы администрации Алтайского края, доктор богословских этих, медицинских наук. И он все это дело прикрыл. Везде берут анализы, в районе анализы колодца, анализы питья, на кухне, купаются где, все выше средних, среднерайонных. И он все дело это прикрыл. Я повторяю, еврей. Знаю, что мы христиане, он предупреждал, будьте осторожны. Есть такие инкубационный период болезни, недели две. Вы привезли ребенка здоровым, а в нем уже там кипит микробы. И поэтому вам нужно как-то себя обезопасить. Он мне делал когда-то операцию. А тут я как раз с позвоночником был, и он сказал, ко мне заезжайте, самое дорогое там ставим. Ну, я никуда не пошел. Вырезаю 3 грыжи от натуги, то что...
работать приходилось так. А здесь, видите, ветерок, я не знаю, это, наверное, скашивали мы. Комаров вообще нету. Когда мы сегодня здесь совершим обед, воспоминания, там дальше вот крест стоит. Когда утром молились, а тут, видите, как внутри, движения ветра нету, комары заедают. И мы-то ходили молиться туда. Вон там дальше будет. Сегодня мы там помолимся. Кое-кто разрушает у нас их, приходят. Аналой оторвали, в крапиву забросили, я все нашел. Переговорил, кто опасут, только две семьи. Там искать даже не надо. Ну, вот так получается. Итак, мы просим благословения, чтобы Бог осветил словом истинной молитвы. Ешьте досыто, кто снимает, его отдельно покормите. Мы оставим для памяти. В любой момент, везде скажи, вот я, Господи, как пророк Исаия говорит, возьми меня. А то как? Да я слабый, я не могу. А где окрепность? В борьбе. Если ты ничего не делаешь, ничего не будет. Я вспоминаю слова, будто бы сказал это Дургалиев, министр внутренних дел. В стране 3,5 миллиона беспризорных. Давайте каждый возьмемся вот это вот такое. Без помощи государства. И вся беспризорность исчезнет. Что значит беспризорно? Над ним никого нету. Будем обедать, головные уборы все наденьте. Мы помолились без головного убора. Конкретно, определенно мы вот эту землю получили. 3 гектара. Там где-то еще дорожку там высчитали. Тут работал главным агрономом мой крестник, сельскоп Алексей Семенович. Он в Барнауле сейчас. И там расписались бухгалтер, глава администрации, сельсовета. И нам эту землю дали. А тут навозные кучи одни были. Мы ни одного квадратного метра сельхозугодий под себя не подмяли. Ну и Бог сохранил. И когда прикрыли здесь, потому что в всем озере потонуло 8 учащихся этих, которые... Они соревновались, никто не разузнал погоду. Когда выехали, Эстония, ну там где-то Карелофина или где-то, ну и лодки опрокинулись, и все. Родители домой детей уже не получили. У нас не было ни одного несчастного случая, ни одного заболевания, ни одной потери, ни на огне, ни на воде. Ежедневно купались до 6 раз. Почему? 3 поклона пошли. Пришли туда, старший стоит. Благослови. 3 поклона. Дальше все проверено поплавками. Отдельно, где малые дети там пол сделали. Ну, им там вот так вот было где. Это все была работа. Я просто делюсь опытом. А какие? А мазанки стояли, как на Украине делают. Прутья с двух сторон. Когда мы были еще при советской власти, глава администрации района привез автобус учителей. Вот, говорит, живут люди, такие же, как и мы. Почему они ничего не просят у нас? Спрашивает, сколько? Я говорю, я не знаю, сколько. А тут штукатурят, в колокол ударили, посыпались. А тут тогда взрослые были, из армии пришедшие. Девушки такие, выстроились в ряд. Ну, а там учителя сельсоветов, которые показал им. Вот посмотрите. Осмотреть есть на что было. Они нас душили, что туалеты должны быть мраморные. Сортиры всегда такие были. Какой мрамор? Ну, трафарет, не думают. Юристы, они вообще-то, главное, параграф. По параграфу, которые отходы, картошку чистим, ее надо отдельный, бетонированный какой-то. У нас забирают свиньям, у нас нет ничего. Сделать мы сделали. Ну, не бетонировано только. Оградили, коровы не попадут. То есть они нас мучили, чем только могли. Они по своим размерам, они правы. Ну, написано, все. У нас врач была, это Любовь Николаевна, и укосил там где-то комар. Она стала зеленкой. Как они на эту зеленку, как вот на падаль кинулись, руководитель. Вот она болезнь, вот они люди-то. Да на ничего нет, это беспрося она помазала зеленкой. Нет, это такая болезнь. Там Смирнов был, лютовал. Его нету, никого нету. А мы остались. И мы приходим сюда, чтобы прославить Бога. Какие годы мы здесь провели. Сколько комиссий было. А комиссия не просто так. Вот представьте, тут, вон там видно, дальше, видите, крыша едва наклоненная. Дети на крыше стоят, плакаты. Плакат один. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душою. Руки прочь от лагеря стана. А дети кричат хором, не заходите! Не заходите! Мы не знали как. Все заранее подготовлено было. И, конечно, они недоумевали. Судья говорят, мы сделали тайны приехать. Как они узнали, что мы приедем? А как? У нас вышка была, и дежурные стояли, смотрели. Они увидели, как они едут. Сразу ударили в колокол. А рядом, ну, это, кислородные баллоны висят.
Они здорово раздаются. Так такие ревностные были, ладошки свои там надулись, били этой железякой-то. Деревня сразу вся прибежала, съемка пошла, и они сели. Мы показали, что можно работать, можно быть интересным для людей, спасителем для себя и полезным для всех. С Богом за трапезу. С Богом. Господу слава веки. Да. Братья, головные уборы не снимайте. А он его за трапезой. Тут заминировано. Так. Да это уже лепешки раздали там кому-то. Так, не ложись. Лепешки, короче. Осторожно. Ложки сразу. Подожди, ложки сразу клади. Заминировано. Да. Кладите сразу. Обеденные лепешки. Так, вот уже супчик пошел. Осторожно, осторожно. Ну там, тут заминирован. Надежда. Садитесь. Ну полчаса, да, мы его. Вон свежий аромат пошел. Надо ребята делают. Это для супа. Давайте не можем. Не все супы. Да, да, да. Нет, То есть ему надо где-то, ну тебе лучше всего прям в аэропорту там, ну или прям в аэропорту там переждать. Да я могу переждать. Там хорошо, красиво в аэропорту. Покушать там, ну там буфеты, столовые всякие, там магазины. Все это есть. Я тебя могу прям высадить, куда прям довезти. Все это по пути в аэропорт. Просто еще второй есть вариант. Ночью идет от подстёпного поезда. До Барнаула. Сейчас ночью. Вот это значит, кого-то ты напряжешь. Кому-то надо. Может, это можно проводить. Ну, да, да, да. Это что за лимонад. 14. Да, 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 похоже. Я с удовольствием покажу, сейчас доем. У всех есть? Тут да, тут у всех. У всех подождите? Сначала братьям. Нет, мы ничего, ничего. Нам не дали ничего. А где твое? Здесь. А хлебушек будет или нет? Братья, хотел сказать, что 16-го, где-то к обеду, может после обеда, я выезжаю. Со мной двое едут, у меня еще в принципе два места есть. Нет, вот это взрослым человеком. Кто-то хочет ехать в сторону Барнаула. Кто-то хочет ехать в сторону Барнаула, говорит. В сторону Москвы. Перегрев устройства. Перегрев устройства. Мои тут. Мои тут. Кого еще нет? У тебя там пароля нет? А? Первого. Пароля нет? Мне брат пишет, ты там? Уже пишет. Тот уже выставил пару лет, не хотел очень смотреть на него. А вы что не выставили? Александр выставил? Да? Не знаю, кто выставил, он мне уже фото отправил. Я как ученица, как он еще не был. Оля, вон она, сестра, в машине хлеб разбирает.
Вот хлеб здесь, братья. Второе. Заминировано, брат. Заминировано тут в некоторых местах, да. Это не те мины тебе, это другие мины. Это тебе не хлебная лепешка. Да, вот тут заминировано. Да. Вот. Вот еще заминировано. Прими меня, как я тебя. Супец отменный. Отменный, да? Отлично. Ну, слава богу. Завтра будет по температуре? Будет завтра пресса? Не знаю. А лимонадика дайте, пожалуйста. Видишь, как ценится. Давно надо было придумать это. Александр, ты про напиток? Вода с лимоном. Слава Боже. Это Иван такой разработал. Я даже не перескажу. Вот он. Виновник. Воды с лимоном. Почему? Брат Александр, поди сюда. Да. Расскажи еще раз эту историю про того священника. Владимира Цветкова? Ну, так, да, оказалось, что опять же Игнат Тихонович во всем виноват. Ну, я там философией увлекался. До того, как церковь отходить, как стал увлекался, в частности, традиционалистом. Доминировано. Да. Увлекался традиционализмом. А у нас главный традиционалист в стране, так называемый, вот. А оказалось, что у него по совместительству... Это дочку-то убили? Да, да, да. Которого дочку убили. Да. Да. И у него духовный отец Владимир Цветков, на которого я позже тоже обратил внимание, читал его статьи. Вот они, там у него уклон идет в социологию, эти все вещи. Плюс единоверский приход. Наставником батюшки которого тоже был Владимир Цветков. Также попутно я выяснил от отца Кирилла Сахарова в его статье, что Владимир Цветков это ну, чуть ли был не единственный священник, который крестил в 90-е годы погружением в Петербурге. Вот. А потом выяснилось, что оказывается, когда вот Игнатий Тихонович упоминал, что при нем покаялось там два священника или сколько-то. Да. Среди них был Владимир Цветков. Один из них Владимир вот Цветков. Здесь все узлы завязаны. Да. Извините, ходите. Не потеряй. Игнат Тихонович, ничего не поделаешь. Рахнуто, обойди. Уже обошел. Машину захвати. Сестра, а можно компоту еще? А компот будет. Спаси Христос. Лимонад-то съедобный? Очень хороший. Меда. Все, спайка. Лимона минимум. Меда ароматный. Да. Медовый напиток. Лимонад. Дай сразу бутылочку. Да. Ладно, солнце. Что там? Не было, да? Вот так позже выходили. Ну, как-то не было. Но, насколько это добро, не подать воду. Thank you.
что нет. Пока нет. Брезвуешь? А? Брезвуешь? Нет, мне же потом надо будет. Сейчас как я есть буду? Мне надо до конца все снять. Можно лимонад? Чай тоже в банке какой-то. Если хочешь брать, поищи чай. И вот салат. Спасибо. Побольше. Так, а где пироги? Анаит. Анаит на стол, в ведре. Чаю сладкое есть. Да, я не пью. Да. Ну, еще компот. Благодарю. А мне надо, получается, Крышка, вот. Тебе пенсию дадут, когда ты отработаешь, да? 3 месяца. Салат ты возьми. Да нет. Меня заразили на питание больше. Ну и здесь. Если я всех прошла. Ну, салат нормально. Нам, пожалуйста. Не, нормально. Держи. Возьми, нет, возьми. Возьмите. Сестра, вы теперь берите. Мне положи, пожалуйста. Не, это кому пишу. Мне надо еще. Ты вообще не ела? Вообще еще не ела. Пряник можно сделать? Да, можно. Картошку вот там нету. Это пирожок, съешь мне. И вот салатик. А что, нету ничего? Картошки нету. Там много было. Я ж послушная. Вот это тебе салатик. Нет, с маслом. Они без масла. Любую тарелку. Таня, они что, с маслом? Нет, так же как нет. Они без масла. Без масла, ничего страшного. Так же как хлеб. Все, что на торговнике, не рассматриваем. Ешь себе расследование. Картошка? Не спокойся себе совесть. Водичкой. Не спокойся себе совесть. Почему? В Писании так написано. Ну, я говорю, так и написано. Не спокойся себе совесть. Благодарю. Что такое? Да, принесите запить, Владимир. Где, да?
Георгий, налей мне, пожалуйста. Давай. Все на ходу приходится делать. Да. А, хватит. Ты налей? Не, какого белого. А, белого? Подержи, пожалуйста. Давай, брат, я над тобой бодрствую. Ну и в итоге пошла с белой товарищи рака, как у него. Она в лес зимой. Монахи ближайшего монастыря. С маслом сегодня нельзя. Да, без масла. Ну там же есть. Мы же фарисеи. Там даже меньше чайной ложки. Так же, как и в хлебе. А в хлебе, между прочим, больше чайной ложки. Я как кондитер тебе. Николай, ты же на фарисеи. Фарисеи. Николай, попробуй. Дебора, она и сжигает, а исключение сразу. Я вернул это. Ну что, что сам начнешь? Оба с чашкой. Ну, попаешь. Ну, не завтра. Ты говоришь неправильно. Тут больше. Да нет, нет, нет. Да, да. Ты не так понимаешь. Это вот так же толкует. Я сейчас тебе налью. Вы лучше всех пироги готовите. Куда в стаканчике скидывать? Никто не подскажет. Ну, они же дают обещание. Ой. Зачем быть близким? Все, спасибо, Христос. Николай, вы туда как не приедете? Спасибо, Христос. Основание положено. По-татарски я не могу ничего сказать, я тебе по-русски расскажу. Так, что? А как по-татарски последний? Половиночку. Зачем убираешь раньше время? Тук-та. Благодарю, благодарю, хватит. Тук-та. Перестань это типа. Перестань. Граник. Жить-то. Хватит, значит. Граник уже там. Он застрял. А это когда не подумал, что помнишь, он идет. Компот. Компот? У каждого свой. Лимонад не осталось? Пирог хочу. Развалю. Плохо живем. Скромный, ага. Останавливается. Почему в городе останавливается? Такой грабимый на колесах. Мне маме дал? Такой? Пряник еще остался, да? Да, вроде бы. Лука, пряники, вон. Лука, подойди сюда. Да, сейчас. Я тебе брать пряники. Лука, держи. Пряник, вон. Вон. Подержи, пожалуйста. На. Вот ты. Один вот, возьмите. Пряник не хочешь? Не хотите? Бана возьмите. Тоже не хотите? А я к братьям. Третью нишу уже тянут. Полетела. Да кто передавал? Это хохлы передают.
Сейчас самое, сейчас пик сказали, что вот, сейчас сколько-то там миллиардов, не помню, 160 миллиардов уже оборотов в этом году только с Китаем. Больше не было никогда. А что сейчас помните? Сейчас я хочу по автопрому сказать, грузовому. Дальше были Мазы, КамАЗы, но белорусские Мазы. А сейчас эти пошли, шахманы. Китайцы, да, одни китайцы. И шахман. Директора завода. Я работал в Горном Алтае, во машина, шахман. И по воде ездит, и все. Ну, и запчастей много у них там и так далее. У них отличная машина. Туда залазишь, там как космический корабль у них. Чего только нету. Так. Говорится, на слюнях все время. Да, слюнях, но они скоро будут клеить нормально. Это же китайцы. Не, не если они будут делать нормально, тогда они станут не конкурентами. Все пойдет, потому что конкуренцию составляют уже американцы. Вот что. Они будут делать все, что надо. И самое главное, то, что они сделали, и по дороге перегнали через или в Монголию там забрали русские, или прям там на Амур куда-нибудь. И все, вот она стоит, не плывет через океаны, там, не заводы надо какие-то. Там у себя построят по дешевке, продали сюда, перегнали. Русские тут что надо подправят и будут работать. Шахман намного лучше. Смотри под ноги. Ну-ка, клади вон туда, чашки вон туда клади. Нет, вообще. Ну вот. Так эти двое нравятся. Ну, по-любому больше. Нас собралось здесь 37 человек. В 37 году не собрались бы тут. Коварный год. Ежовщина свирепствует. Сейчас пойдем вон там, где он, видите, крест стоит, пойдем молиться туда. Так, все. Сейчас три поклона и сразу пошли туда. Так, мы все больше склоняемся к мысли, что сегодня кто просили баню истопить и костер общий. Потому что завтра будет день такой, неизвестно какая погода. А нам надо, чтобы ну, на костер пошли. А погода завтра 30 градусов. А куда вы так говорят, а бывает так, да? Завтра на костер Надежды. Просили Дмухи в субботу, чтобы сделать. Они приезжают завтра. Костер хотели попасть. Что сделать? Завтра. На костер попасть. А баню будете делать, да? Кто сфотографируемся с тобой? Хорошо. В воскресенье начинается. Вот уже покомандовал. Встань, сфотографируйся. Да. Тем более сейчас сделали все спокойненько. Там заминировано, аккуратно, Коля. Братья, внимание. Опять смотришь так. Поднимайте. Как? Мы сейчас уходим наглую туда вон, а потом зайдем в лагерь, теперь в музей. Кое-что посмотрите. Попутно. Мы остаемся выбирать, да? Молиться ко кресту. Потом придете. На костер. А, вот к этому. Так, у нас есть. А, или к этому. Нет, костер вон же. Вот там костер. А это вот к этому. Вперед. Так, молимся. Молимся. Конечно, складываем. Прям начинайте. Право. Сестры, все сюда. Влево. Подождать надо. Шляп с ними, да? Так, все подошли? Николай, шляп сними. Шляп сними. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня.
Вячеслав согрешил. Господи, прости меня грешного и помилуй. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Милостивый Господи, спаси и помилуй раб, милующих и питающих нас, подающих нам милостыню, заповедающих нам молиться о них, вощепиющих Тебя, страждущих, болящих, скорбящих, вдов, нищих, сирот, священства, иночества и всех христиан, и помогающих нам Елену, Геннадия, Николая, Владимира и всех предстоящих здесь с подарками пришедшими во имя Твое Святое. Сие место, Господи, да будет благословенным, прославляющим Тебя. А от желающим принести злодейство, разрушение, поставь преграду. И в судный день не помяни их безумие, творимое днем и ночью. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Поварам и накрывающим. Все, поварам и накрывающим. По славу Божию. Останавливайте. А вы сейчас же пойдете туда.